Не только Александр Сергеевич Пушкин из всех пор года отдавал предпочтение осени. Для многих кинематографистов и киноманов осень давно стала чудесной порой, порой вдохновляющей. В Минске открылся 21-й Минский международный кинофестиваль «Листопад». Праздник начинается в фойе кинотеатра «Москва». Музыка из знаменитых кинофильмов настраивает зрителей на долгожданную встречу с синема. Живой оркестр, счастливые лица, приподнятое настроение, приятное волнение и радость начала. Без лишнего пафоса, лаконично и душевно. Минск по-прежнему чистый, красивый. Появился новый музей, в котором я сегодня с удовольствием побывал. Поел солдатской каши с фронтовыми 100 граммами. Прежде чем перейти к просмотру фильма «Открытие», которым в этом году стала картина Ильмара Раага «Я не вернусь», нужно соблюсти фестивальные традиции. И вот первая из них – награда, предваряющая фестиваль, специальный приз президента Республики Беларусь за сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве в этом году была вручена народному артисту России Станиславу Сергеевичу Говорухину. Мелькают кадры фестивалей прошлых лет, а вслед за ними рождаются вопросы о будущем. Вслед за юбилеем начинается новый этап, а значит, у фестиваля появляются и новые концепции. В этом году, накануне 90-летия белорусского кинематографа, на «Листопаде» впервые заявлен конкурс национального кино. Такое разное кино, так в этом году звучит фестивальный девиз. Кино всех возрастов и жанров, опытное и молодое, традиционное и дерзко-экспериментальное. И все-таки, кто будет сражаться за приз зрительских симпатий и награды профессионального жюри, в которое вошли известные режиссеры, артисты, сценаристы разных стран во главе с председателем Валерием Тодоровским. Количество участников конкурсной программы не так велико, зато мы знаем, что согласно концепции фестиваля в Минск привозят лучшие из лучшего. Во время кинофестиваля можно посмотреть то кино, не общий попкорн, общемировой, где весь мир смотрит один и тот же фильм, но немножко с разными актерами. А вот в рамках фестиваля можно посмотреть то кино, которое не весь мир смотрит, а кино вдумчивое, авторское. И вот в этом вот для гурманов основной вкус любого кинофестиваля. И вот наступает кульминационный момент. По традиции, почетный председатель фестиваля «Народный артист СССР» Ростислав Янковский читает стихи. А на сцене председатель «Листопада», заслуженный артист Республики Беларусь Геннадий Давыдько разбивает тарелочку с подписями участников и победителей прошлого года. Фестиваль можно считать открытым. Ветер поднял листву и закружил в золотом танце. Из красочных впечатлений кинематографической осени соберем свой яркий оригинальный букет.